Привет, друзья! Вы на канале Криптодаша. И сегодня будут новости из мира криптовалют. Сегодня поговорим, как купить 100 биткоинов, в чем разница между сервисом для китов и онлайн-обменником. На BestChange зарегистрировано 168 онлайн-обменников с объемом сделки от 0,02 до 2 биткоинов. Для таких сервисов важно количество клиентов. Они зарабатывают на 100 долларах, 100 долларов на 100 сделках с комиссией 1 доллар. Офлайн-обменники ориентируются на крупных инвесторов. Минимальная сумма обмена в таких сервисах составляет 0,5 биткоинов до 50 биткоинов. Благодаря этому офлайн-обменники получают те же 100 долларов с одной сделки. Криптовалютный офлайн-обменник VIP Bitcoin рассказывает, чем же отличаются сервисы с минимальной суммой и почему киты предпочитают менять криптовалюту в офлайне. Итак, кто сравнивает обменники? Коротко о рассказчике. С 2015 по 2017 год один из сотрудников VIP Bitcoin работал в крупном онлайн-обменнике. Минимальная сумма сделки в сервисе составляла 5000 долларов, а максимальная 100 тысяч. Клиенты сервиса часто просили обменять криптовалюту на наличные, но руководство обменника запустило такую услугу в нескольких городах, но онлайн-обмен остался приоритетным направлением работы сервиса. И также, почему же киты меняют криптовалюту в офлайне? Самое важное отличие онлайн и офлайн обменников – это максимальная сумма сделки. Как правило, в онлайн обменниках можно купить от 0,5 биткоина. Без таких ограничений крупные клиенты за несколько сделок опустошат резерв направлений обмена. В офлайн обменниках можно менять от 50 биткоинов, но это есть три причины на это. Большие резервы. Офлайн-обменники ориентируются на китов и резервируют соответствующие суммы. Из этих средств они докупают криптовалюту и фиат для крупных сделок. Второе – это меньшее направление обмена. Онлайн-обменники распределяют фиатные деньги между банками и платежными системами. Чтобы поддерживать 300 направлений, такие обменники резервируют по 4000 долларов в эквиваленте каждой криптовалюты. Офлайн-обменники не распыляют деньги между десятками счетов. У них 5-7 направлений обмена с резервом по 1 миллиону долларов. Офлайн-обменник назначает сделки в течение нескольких часов или даже дней. За это время можно докупить криптовалюту или привезти фиат из другого офиса обменника. У онлайн-обменников такой возможности нет. Клиенты хотят завершить сделку в течение часа. Поэтому онлайн-сервисы ограничивают максимальные суммы обмена не только из-за отсутствия резерва. Они работают с банками, которые устанавливают лимиты на переводы и поэтому замораживают их счета. При оплате наличными таких проблем нет, но нужно привезти или забрать деньги из офиса. Также сейчас расскажу вам, что предлагают офлайн-обменники, кроме суммы сделки. Клиенты с суммой сделки от 5000 обращают внимание на уровень сервиса, на профессиональные качества сотрудников, а также на наличие дополнительных услуг. Обменники идут им навстречу, открывают филиалы в крупных городах, налаживают работу курьерской доставки, нанимают сотрудников для охраны и сопровождения инвесторов с крупными суммами.
Офлайн-обменник VIP-биткоин начинал работу с одного офиса в Москве. Сейчас он представляет клиентам такие услуги. Обменник открыл 8 филиалов в 5 странах мира и добавил услугу курьерской доставки для клиентов, которые попросту не могут приехать в офис. Сделки также проходят в охраняемых офисах. Кроме того, сотрудники охраны сопровождают клиентов с крупной суммой денег до офиса или дома. Обменник хранит крупные суммы наличных денег и криптовалюты. Если их недостаточно для сделки, VIP-биткоин докупает средства или привозит их из соседних филиалов. Офлайн-обменники следят за ситуацией на рынке и внедряют дополнительные услуги, такие как вроде доставки наличных до двери. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк и подписывайся на канал. Пока!